بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارجي براتي سيسترين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Много очень братьев и сестер пишут по поводу того, как приехать, расскажи, Нур, что делать, как быть, с чего начать, как приехать в Саудовскую Аравию. Я вам хочу сказать, что в свое время я жил в Бишкеке, потом поехал в Татарстан, там учился в Татарстане, 3 года жил, преподавал, потом поехал уже с семьей в Египет. И там мы не были из числа тех, которых посылает там муфтият, мы самостоятельные, которые приезжают, семьи, и там мы жили. Там тебе стипендии нету, никакой там как бы этой помощи от муфтията нету. Но нам, в принципе, этого и не нужно было. Мы знали, куда мы едем. Мы полагались на Аллаха, субхана ва тааля, и учились там, жили, работали, выполняли разные виды работ. Курьерами работали, возили товары, продавали, в Россию отвозили товар. Я просто ходил на рынок, то есть я прихожу на рынок, фотографирую разные виды товаров, а потом отправляю фотографии в Россию. То есть в интернете нахожу магазин такой, магазин такой, магазин такой. И вот так связывался с людьми и отправлял им товары. Фотографии они заказывали, вот это нам надо, вот это нам надо. И вот так мы формировали сумки уже, товар, и возили в России. Каждый месяц мы с братьями там делали рейсы туда-сюда, покупали билеты. У нас уже даже у многих были серебряные карты, золотые карты для перелетов. А когда у тебя серебряная и золотая или платиновая карта, у тебя, естественно, есть какие-то привилегии. А это то, что ты можешь уже летать бизнес-классом. Потом у тебя багаж добавляется, 2 сумки. По весу ты можешь проходить уже. Ну, в общем, много плюсов было. Поэтому, вот кто вот спрашивает, а чем заниматься, как быть курьером, мы начинали с курьерами работать. Возили грузы в Россию или там в Казахстан, или в любую страну, кому что нужно. Потом некоторые братья открывали пошивочные цеха, шили дома, их жены шили, платья, камисы, и отправляли уже в разные страны, особенно в Европу. Кто-то вот грибными каплями занимался, капли для глаз, кто-то всякий тмин выжимал, вывозил. В общем, занимались разными видами деятельности и жили, и учились, и работали вот так. Поэтому, чтобы вы понимали, что вы едете, например, в какую-то страну, не думайте, что вам там сразу кто-то будет деньги давать, или там будут вам то, что вы приехали, помощь оказывать. Вообще на это не рассчитывайте сразу. Сразу хочу сказать, посмотрите, так, мне нужно вот это. На хотя бы на первые полгода у меня должны быть какие-то финансы, чтобы я там не бегал уже там и не думал, так, что мне делать, как мне быть. Хотя бы на первые полгода у вас должна быть какая-то сумма денег. А там уже вы будете по месту ориентироваться дальше. Там в Египте, например, есть большой базар, Атаба называется, где мы все закупались разными товарами. То же самое Стамбул. То есть я иногда приезжал в Стамбул, выбирал
на рынок, на карте рынки, и шел на рынки. И тоже так же. Просто идешь и фотографируешь товар. Там платья для намазов, там намазлыки какие-то, бискабы, чтобы было. Потом всякие крема, еще что-то там, духи. Все это фотографируешь и отправляешь своим знакомым в России, там интернет-магазины. И потом к вечеру у тебя формируется какой-то заказ. Там люди говорят: о, давай мне вот этого, давай мне вот этого, давай мне вот этого. И все, и ты с ними работаешь, привозишь им, закупаешься, привозишь им товар. И вот так вот мы жили, учились, работали. Поэтому рассчитывайте на это. Кто-то, например, в IT-сферах работает. Может дома сидеть спокойно за компьютером и выполнять какие-то работы. И самое главное, чтобы у него был интернет. Кто-то работает преподаванием арабского языка или английского языка, или еще что-то там онлайн. Ну, у некоторых ребят и девушек интернет-кафе, интернет этот, как его, интернет-магазины, где они преподают. То есть люди занимаются разной сферой деятельности. И то же самое сейчас в Мекке начинается. То есть когда мы приехали 20 лет назад в Египет, там потихоньку-потихоньку стали развиваться, стали заниматься уже своей деятельностью, открывали какие-то центры, кто-то онлайн обучал арабскому языку, кто-то консультации какие-то делал, кто-то занимался переводами документов за деньги, кто-то там помогал в разных сферах. В общем, ребята не сидели на месте. Это мне нравилось, что вот в Египте вот так все у нас братья и сестры были. Все, кто-то чем-то занимался. Кто-то мороженое делал, кто-то кафешки открывал. И теперь мы вот это хотим, это все здесь в Мекке тоже организовать, чтобы здесь также для русскоязычных и уроки были по арабскому языку для начинающих, чтобы и свои кафешки были, чтобы тут визовая поддержка, любая какая-то работа или помощь оказывалась нашим братьям и нашим сестрам. Конечно, все это начало только. Здесь в основном студенты, но мы студентов стараемся не трогать, потому что у них уроки, сами знаете, они занятые люди. Ну и много из них как бы стипендию получают, там у них проживание есть свое, да, бесплатное, там общежитие, там питание у них удобное для них. Но самое главное, чтобы они учились, это потому что студенты, это не как мы были, вольные люди, сегодня хочу, приду, завтра хочу, не приду, занимаемся сами, чем хотим. А со студентами это уже другой случай. Поэтому вот кто вот намеревается сюда приехать, конечно, мы рекомендуем, чтобы была возможность подать документы в Саудовскую Аравию, в любой университет. Кстати, внизу я сделаю ссылку под видео, там будет ссылка на университеты Медины, там Тайфа, Джидды, там специальные сайты есть. И вы можете на эти сайты заходить, смотреть все университеты Саудовской Аравии. Конечно, не все, но сколько могли, собрали. То есть можно подавать документы туда. Кто хочет, вот подавайте, занимайтесь этим. Быть может, будете учиться в Рияде, в Табуке, там, в Джизане, в Даммаме, в Таифе, в Джиде. В любое учреждение нужно подать документы. Где вас примут, заходите. Потом перевестись с одного университета, с одного города в другой город. Это легче будет. Поэтому давайте, ищите варианты, ищите. Что мы знаем, мы подсказываем. Чем можем, поможем. Да? Но от вас тоже нужна
какая-то уже деятельность, то есть вы должны сами уже определиться, что вы хотите, куда вы стремитесь учиться или работать, или просто жить, или чем-то другим заниматься. Пожалуйста, 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 подписывайтесь, следите, смотрите наши вот эти выпуски, видео. И дай Аллах вам всем дальше приехать, жить, работать и также помогать другим братьям, которые еще хотят приехать, которые еще про это думают и мечтают. Ну, как-то вот так, дорогие братья и сестры. Дай Аллах, буду потихоньку дальше и дальше продолжать вот эти видео, серию уроков. Именно как приехать, что делать, чем заниматься. Потому что у многих есть страх, какая-то неясность или еще что-то. Но буду все рассказывать. Хорошо. Баракаллаху фикум. Ва джазакум Аллаху хайран. Хайраль джаза. Субханакаллаху бихамдика ля иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейка.